некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши далее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ею смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку умыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидала младенца. Дитя плачет в корзинке, и сжалилась над ним дочь фараонова, и сказала: это из еврейских детей. И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца. Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и вскормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их. Что египтянин бьет одного еврея из братьев его, сынов Израилевых. Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал: да поставил тебя начальником и судьей над нами. Не думаешь ли убить меня?
как убил вчера египтянина. Ау! Моисей испугался и сказал: верно узнали об этом деле. И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мидиамской. И придя на землю Мидиамскую, сел у колодезя. Ау! У священника Мидиамского было 7 дочерей, которые пасли овец отца своего Иофара. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтоб напоить овец отца своего Иофара. И пришли пастухи, отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их. И начерпал им воды, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему. И сказал он им: что вы так скоро пришли сегодня? Они сказали: какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец наших. Он сказал дочерям своим: где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб. Моисею понравилось жить у всего человека, и он выдал за Моисея дочь свою, Сепфору. Она зачала, родила сына, и Моисей нарек ему имя Гирсам, потому что говорил он: я стал пришельцем в чужой земле. И зачав еще, родила другого сына, и он нарек ему имя Елиезер, сказав: Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от руки фараона. Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопли их от работы подшел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком, Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых и презрел